Всем привет, и это оформление ежедневника на май. Да. Как обычно, идеи не мои, а от канала я вставлю надпись. Вот. Думаю, не будем долго тянуть и сразу начнем. А еще вы могли заметить то, что мы на моей кровати. Это мои рисуночки. Не обращаю внимания, это мои игрушечки. Все, приступаем. Сначала мне надо написать, какой сейчас месяц. И дальше я просто украшаю эту страницу разными цветочками. Вот какая первая страничка получилась. Дальше на этой страничке я потом напишу свои цели на этот месяц, и это будет место для планов. Также тут будет календарик сверху. Я немного написала не так, но потом все исправила. Тут тоже будет место для моих планов. Тут я знаю, что тут даже очень неровно, но мне так нравится. И да, мне так нравится. Дальше я начала раскрашивать вторую и третью страницу. Thank you.
как я оформляла дальше, я не снимала, так как у меня разрядился телефон, и я его поставила на зарядку. Извини. Ну так вот, а сейчас вы можете увидеть всю картину, как я сделала ежедневник. Что ж, вот такое оформление я сделала сегодня. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я вас всех люблю и всем пока!